Экс-министру здравоохранения при Ангарье изменили меру пресечения. 27 января Наталью Ледяеву отпустили под домашний арест. Напомним, ее арестовали 30 ноября. Экс-министра подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Наталья Ледяева обеспечила заключение госконтракта на покупку средств индивидуальной защиты фирме своего сына. Изделия оказались контрафактными, тем самым бюджету области был нанесен ущерб в 25 миллионов рублей.